Буквально перед тем, как нам выйти в эфир, я не могла оторваться от зеркала. Я не страдаю самолюбованием, но здесь я смотрела не на себя. Я смотрела на то, как наши дизайнеры могут сочетать эту красоту. Вы только представьте себе, во-первых, мои любимые расцветки участвуют в коллекции. Это новинка. Этот костюм Маркелла сегодня впервые. И я хочу сказать, что мой любимый цвет, в данном случае называется фуксия, сегодня у нас стартует. Я обожаю такие вещи, которые можно как сочетать воедино в комплекте, так и носить по отдельности. Но это еще не все. Наш костюм Маркелла украшен. Это украшение не мое. Это украшение придет к вам вместе с этим нарядом. Потрясающие камни, которые напоминают нам жемчуга. И мне очень нравится. Давайте посчитаем сейчас. Жакет удлиненный, как пальто, платье и украшения. Сразу три вещи по цене. По цене 2999 рублей. Три цвета на выбор. Выбор эксперта Светланы Воронцовой. Украшения в подарок и целых две вещи. Да. Знаете, что я вам хочу сказать? Я просто так вещи никогда не покупаю. Очень часто я отказывала себе покупать вещи, они даже могли стоить не очень дорого и были качественными, но если вещь на меня не села, я попрощаюсь с ней. Я хочу вам сказать, я когда надела костюм Маркелла, я поняла, это мое, надо брать. Настолько идеально это платье садится по фигуре, да. Несмотря на то, что у меня есть секреты, я хочу сказать, здесь все скрыто за счет плотной ткани. Я обожаю вещи, которые садятся безупречно. Вот это платье, как будто конструкторы приехали ко мне или спросили: Свет, ты какой там размер носишь? И я им сказала по телефону: нет, друзья мои, вот это тонкая работа наших конструкторов. Так сшить вещи, чтобы они дистанционно подстроились под вас. Итак, три цвета на выбор. Этот оттенок называется фуксия. Оттенок коралл и бирюза сейчас на подиуме. 1400. Ваша персональная экономия прямо сейчас. Примавера сегодня радует не только маленьких принцесс, но и, конечно, мам и бабушек. Ну что ж, давайте смотреть и выбирать размер. Итак, наша модель Татьяна носит 52-й. У Тани стандартная фигура. И Таня надевает на себя костюм Маркелла, который состоит из жакета. Танечка, сними, пожалуйста, жакет. Мы хотим посмотреть на платье. Платье имеет хорошую длину. 97-99 сантиметров. Рост Тани 1,80 м. Если ваш рост меньше, длина платья, конечно же, будет длиннее. Таня носит 52 и выбирает 52. Марина. У Марины сдвоенный размер. 54 вверх, бедра 52. Если у вас сдвоенные размеры, берите всегда в пользу большего. Тогда платье безупречно и костюм сядут на вас. Рост Марины 1,77 м. Мы видим с вами, как длина платья чуть-чуть открывает колени. Ваш выбор сегодня менее чем за 3000 рублей. Вы получаете сразу две брендовые вещи в свой гардероб. От 46 до 56 размера 1400 экономия. Арина, подожди, у меня перехватывает дыхание. Принесите воду в студию. Это что, моя фигура? Это моя талия, ведь ее у меня нет. Я хочу сказать, что в этом платье, стильное платье-футляр, наши женщины сегодня приобретают новые формы. Я никогда бы не могла подумать, что без корректирующего белья вещи так могут красиво садиться на фигуру. Я всегда стеснялась, когда я поправилась, я думала, ну все, обтягивающее платье это не мое. Друзья мои, я хочу сейчас сказать вам о том, что несмотря на наш возраст, любая женщина всегда хочет выглядеть молодо и красиво. Обратите внимание, что это платье безупречно садится. У меня нет корректирующего белья, но у меня есть секреты, которые я скрываю тщательно за качественной красивой одеждой. Обратите внимание, я повернусь сейчас к вам боком. И я хочу сказать, вот, посмотрите, иногда женщины комплексуют, когда у них появляются формы, но в этом платье настолько оно садится, убирает ушки, убирает животик, и настолько я в нем постройнела, что складывается ощущение, меня утянули. Ваша новая фигура по цене 2999 рублей. Даже для платья эта цена сверхкомфортная. А платье-то еще и с украшением. Ну, украшает не только вашу фигуру. Посмотрите, не нужно подбирать какой-то дополнительный бижутерию. Ты знаешь, Арина, мне очень нравится, что это платье действительно базовое. Мы можем носить его с любым верхом. Например, пиджаки. Мы можем носить его с вязаными кардиганами, с любым пиджаком из костюмной ткани. А вот от костюма Маркелла, если мы возьмем с вами жакет, так. Мы покажем вам сегодня в модной
рубрики. Возьмите кожаные брюки Багира. Наденьте на себя от костюма Маркела жакет. Наденьте любую блузу. И все, отпад. Вы самая стильная, самая модная и современная. Образ для настоящей первой леди. 1400 вы экономите прямо сейчас, сделав заказ на нашем телеканале. Именно сейчас действует скидка. И это я напоминаю, это абсолютная премьера. Вы первая можете выбрать для себя костюм Маркела. И вы первая, кому он достанется. Да. Меня, честно говоря, лихорадит, вы уж меня простите, потому что такие вещи я просто обожаю. Сколько они могут стоить сегодня в магазинах Москвы, куда я уже давным-давно не захожу. Ну, разве только что с ценами сравнится ткань. Огромную роль в коллекциях Primavera играют дорогие ткани. Здесь бренд использует фактурное текстильное костюмное полотно. В состав его входит вискоза. Фактурные ткани отличаются своей плотностью. Я обожаю плотные ткани, ведь это все-таки костюм, и он должен на вас сидеть, а не висеть. Обратите внимание на бортовые зоны. Во-первых, они очень красивые и фактурно украшены контрастной тканью. Посмотрите, темно-синий цвет украшения идеально сочетается с цветом платья и открывают арки взор на украшение на этом платье. Покажите мне этого дизайнера, кто сделал эту красоту. Бренд Primavera. Открытие 2016 года на телеканале Shop & Show. Сегодня мы можем смело назвать этот бренд одним из самых лучших, кто может соперничать достойно с Италией и Германией. Ну, абсолютно точно, бренд Primavera сегодня угодил Светлане Воронцовой. И идеально сидит и платье, и костюм в целом. За 2999 рублей вы получаете брендовое творение в свой гардероб.